Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области располагает сведениями о том, что гражданин Российской Федерации в период с ноября 2009 года по апрель 2020 года поддерживал контакт с представителем специальной службы иностранного государства, от которого получил задание по сбору и передаче информации в ущерб безопасности Российской Федерации. Указанное действие создает условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена». На основании изложенного в целях предупреждения совершения преступления объявляется официальное предостережение.